С 1 августа в Люберцах стартовал пилотный проект по льготному проезду на коммерческих маршрутах для отдельных категорий граждан. Реализацию программы на общественном транспорте округа проверили представители администрации и сотрудники административно-пассажирской инспекции. У вас социальная карта, проблема есть? Нету проблем, все нормально. Проехать бесплатно в маршрутных такси имеют право держатели социальных карт. Это пенсионеры, ветераны и люди с ограниченными возможностями. Для школьников и владельцев карт «Стрелка» за покупку от 10 поездок действуют скидки на проезд. Правила распространяются только если маршрут начинается на территории округа. Но не все водители коммерческого транспорта готовы брать льготных пассажиров. Я сейчас ехала в 940-й, не посадил. Сказал, у него нет. Он не посадил меня, высадил. Или платить, или выходите. Таких водителей немного, но они есть. Поэтому в автобусах и маршрутных такси регулярно проводятся рейды по соблюдению новых правил перевозки льготных категорий граждан. Провели проверку по приему социальных карт, по бесплатному проезду на наших маршрутах. Ну, жалобы возникают у пассажиров с водительским составом, с руководителями транспортных компаний. В ежедневном режиме проводятся совещания. Люберцы стали одним из первых округов, где стартовал льготный проезд. В планах запустить программу по всей Московской области в 2022 году. Всего в округе 141 маршрут. Если возникают вопросы или жалобы по работе водителей и предоставлению льгот, граждане могут обратиться в управление транспорта по телефонам 8-495-503-6702 и 8-495-503-8311. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.